Развитие здоровья с заботой, современное оборудование для профилактики и реабилитации на дому, ортопедические и массажные товары, антиварикозный трикотаж, изделия по уходу за больными, оптика в наличии и на заказ. Действуют скидки по карте завода. Улица Красная, 136. Здравствуйте, это программа «Знаем русский». Во многих учреждениях есть такая должность, как заведующий. Часто случается, что заведующими становятся и женщины. Как же правильно говорить в таких случаях – заведующий или заведующая? Не меньше проблем возникает, и когда люди пытаются выяснить про таких людей, заведующие ли они, например, магазина или заведующие магазином, узнаем мнение устюжан по этому вопросу. Какой из этих вариантов правильный, на ваш взгляд? Заведующий магазином. Прочитайте вслух. Заведующий магазином Мария Ивановна. Заведующая магазином Мария Ивановна. Заведующий магазина Мария Ивановна. Заведующая магазина Мария Ивановна. Не знаю, первый, наверное. Что у нас тут? Заведующий магазина Мария Ивановна. Заведующая магазина Мария Ивановна. Заведующая магазина Мария Ивановна. Заведующая магазина. Второе. Я считаю вот этот. Третий вариант. Да, все-таки женского рода, заведующая я. Заведующая магазином. Правильно, второй вариант. Да. Так в чем проблема-то? Вот только один из этих вариантов верный. Какой? Какой? Второй. Правильным вариантом будет заведующая магазином Майя Ивановна. Филолог Антонида Смолина объяснит почему. В официальном деловом стиле речи принято употреблять существительное мужского рода «заведующий». Названия должностей в должностных инструкциях также пишут в форме мужского рода. Например, по должностной инструкции «заведующий магазином» не обязан этого делать. Если какую-либо должность занимает женщина, то возможно употребление существительного в форме женского рода. Эта норма закреплена правилами русского языка. Например, «заведующая магазином Мария Ивановна». Закончив школу, не стремитесь сразу попасть в заведующие. Научитесь для начала грамотно заведовать своей речью. Ведь косноязычному руководителю завоевать авторитет у своих сотрудников будет непросто. Это была программа «Знаем русский». И я Максим Дятов. С магазином интерьера жизни в доме и офисе станет ярче. Большой ассортимент светодиодных ламп, люстр, светильников, каминов, обоев, линолеума, входных дверей. Магазин интерьер на Павла Покровского, 42, работает для вас в обычном режиме.